Всем привет на канале All Dutchman. Сегодня мы с вами продолжаем тему миграционной политики. И в данном случае я хотел бы рассказать вам более подробно о тех происшествиях, о том ужасном преступлении, которое совершено несколько недель назад в Британии. В городе Саутпорт в один из дней, когда дети проходили обучение в школе танцев, туда ворвался мигрант, родившийся в Англии, имеющий британский паспорт, но миграционные корни, ворвался в это помещение и зарезал трех маленьких девочек в возрасте от 3 до 6 лет. Также он покалечил еще несколько детей и учителей, причем покалечил так, что пришлось оказывать им помощь, некоторые до сих пор находятся в больнице. Сразу же население этого городка Саутпорта вышло на демонстрацию против произвола этих мигрантов, против вот этих вот уголовников. Полиция бросилась защищать город и успокаивать вот этих вот вандалов. Но как все это преподносит нам английское правительство? Оказывается, это не просто люди, это ультраправые экстремисты, которые пытаются внести дестабилизацию в и так шаткую ситуацию в стране, хотят уничтожить абсолютно всех мигрантов, хотят навести нацистские порядки и так далее, и так далее. Вот уже 2 недели подряд английские средства массовой информации просто пищат от того, что это не простые люди, это ультраправые радикалы. Посмотрите вот, пожалуйста, сзади меня на картиночке. Это видеоряд. В этом видеоряде видно, что там совсем не ультраправые радикалы. Там люди, которые возмущены беспределом и бездействием своего правительства. Более того, в первый день после вот этого преступления, нападения на детей, пострадали 39 полицейских. Было разбито очень много полицейских машин. Потом в течение недели люди, как их называют, средства массовой информации в Англии, вандалы, разгромили полицейские участки, пошли демонстрациями, начали запугивать этих мигрантов и приезжих беженцев в Англию тем, что они сейчас с ними расправятся. Естественно, правительство и управление полиции встало на защиту законов, на защиту правопорядка, утверждая, что это непростые люди, это ультраправые реакционеры, которые хотят навести в стране сильнейший хаос. Но, как говорит действительность, детей уже не вернешь. Вот этого мигранта, вот этого англичанина с английским паспортом, но с миграционными корнями, закрыли в следственном изоляторе, ведется следствие, пытаются у него узнать причины, побудившие его к этому преступлению. Люди до сих пор не могут успокоиться, люди требуют справедливости, люди требуют, чтобы правительство наконец-то перестало принимать вот этих мигрантов целыми толпами, многих даже без документов, в Англию и успокоило тех, кто находится там. Потому что в Англии, точно так же, как и в Германии, очень много мигрантов, которые просто не хотят работать. Не хотят работать в силу того, что раз они получают социальное пособие, где-то побираются, где-то подворовывают, на кого-то нападают по вечерам с ножом, грабят. Этого им хватает. Что делает немецкое правительство? В новостях весь вот этот хаос, который произошел в Саутпорте, преподносят как антиправительственные демонстрации, направленные на свержение английского правительства. Что говорят немецкие средства массовой информации? Однако же в эту ерунду, в эту лабуду может поверить только человек, который, не знаю, в школе, может быть, не учился, привык всю жизнь сидеть перед телевизором и верить абсолютно всему, что ему рассказывают в новостях. Но так ли это на самом деле? Давайте вернемся несколько назад. В мае месяц этого года, 31 мая, в городе Манхайм, по-русски Мангейм. Нелегальный мигрант из Афганистана, не имеющий никаких прав на пребывание в стране, имеющий всего-навсего статус терпимого, который статус должен был закончиться через 1,5 года, нападает на одного политика, ранит очень сильно политика, убивает полицейского. Плюс еще 5 человек получили серьезные ножевые ранения. Мигрант, нелегал. Что делает правительство? Оно возмущено до беспредела, но нужно искать причины, нужно искать основы, побудившие вот этого мигранта к такому поступку. Тут же, сразу же, на следующий день, многие средства массовой информации говорят, что ах, этот политик, он раньше уже был против мусульман, он раньше пытался устроить акции сожжения Корана, чего за этим политиком по имени Михаэль Штюрценбергер никогда не было замечено. И даже в тот день, когда было совершено на него покушение с ножом, на его стойках около вагончика, в котором он пытался вести свою речь в защиту немецкого правительства, в защиту немецких законов против исламизации правительства, не было никаких намеков на мусульманскую литературу, тем более на Коран. И тем более никакой акции сожжения Корана там не предусматривалось. Однако же на него было совершено нападение. Идем далее. Наша всеми уважаемая Хола Мирьям Хюбш, входящая в состав совета директоров группы Funk Media Group, очень сильно и рьяно ратует за то, что мы должны смириться с тем, что халифат – это рай на земле, халифат – это хорошо, халифат – это честные, правильные законы. Все будут только в выигрыше и в плюсе, если в Германии будет создан халифат. Вот вам, пожалуйста, несколько причин того, почему люди выходят на демонстрации. В Гамбурге, в Ганновере, в Кёльне очень много людей выходит на демонстрации с флагами Палестины, с флагами ИГИЛ и требуют создания государства халифат, требуют признания Палестины по всему миру, создания огромнейшего государства Палестина со всеми вытекающими из этого последствиями. Те же люди, которые выходят на противные демонстрации, почему-то получают по мозгам от полиции. Почему-то этих людей считают ультраправыми экстремистами, пытающимися внести дестабилизацию в нормальную обстановку в стране. То есть те люди, которые говорят открыто «я патриот своей родины», уже априори считаются неонацистами. Благодаря нашим зеленым, которые сейчас сидят в Бундестаге, их госпожа Рикарда Ланг, не пойми, кто она, то ли она председатель партии, то ли сопредседатель партии, то ли кто она там такая, но она имеет не только физический вес, но и политический вес своей партии. Выступила с заявлением о том, что для того, чтобы мигранты и прибывшие беженцы в страну не чувствовали себя ущемленными в человеческих правах, чтобы мы не показывали им дискриминацию их прав, нужно из лексикона немецкого убрать такие слова, как «родина» и «патриот» или «патриотизм», потому что эти слова напрямую связаны с неонацистскими идеями. Ну давайте, хватит уже. Один бургомистр Берлина, по-моему, Вегнер, кажется, его фамилия, перед началом чемпионата Европы по футболу строго-настрого запретил в Берлине на всех машинах, на столбах, на окнах использование немецкой символики, а именно запретил людям размахивать и вывешивать у себя немецкий флаг, государственный флаг. Потому что это ущемляет в правах мигрантов, потому что это ущемляет в правах мусульман, которые понаехали в Берлин. И это будет как бы обидно тем людям, гражданам, приехавшим поддерживать свои футбольные команды, если они увидят немецкие флаги. И извините, они приехали в Германию, и в Германии каждый человек имеет право вывешивать у себя на балконе или на окне или на машине немецкую символику, а именно флаг. Давайте мы уже за флагом запретим гимн. И вон на Белом доме как-то Байден вывесил флаг гомосеков, лесбиянок и сказал, что он за них. Конечно, для населения Америки это было шокирующим событием. Вдруг пропадает полосатый звездный флаг и выползает радужный на Белом доме. Что там такое творится-то вообще? Люди не поняли. Здесь в Германии постепенно тоже вот эта вот дрянь идет. Идет, идет и идет. Значит, флаг государственный запрещено вывешивать за окном, а флаг гомосеков-лесбиянок, простите уж меня за открытые такие вот наречия в адрес вот этих вот граждан, можно вывешивать, можно размахивать, можно ходить. Странно, странно. Люди, которые пытаются хоть как-то вернуть страну в нормальное состояние, считаются неонацистами. Люди в Англии, которые пытаются доказать полиции, что не они преступники, а преступник тот, кто уничтожил детей, почему-то попадают за решетку. Поэтому они и избивают полицейских. Если до тех полицейских дуболомов просто не доходит, на чьей стороне они должны стоять и чьи права они должны защищать. В Англии, вот сегодня я смотрел новости, в Англии люди уже боятся по вечерам выходить на улицу в любых городах, в том же самом Ливерпуле, в Бирмингеме. Люди просто-напросто по вечерам боятся выходить на улицу, потому что улицы кишат как тараканами этими нелегалами. Оказывается, после того, как Риши Сунак проиграл со своей партией на выборах, и в парламент пришел другой премьер-министр в Англии, тут же прекратилась помощь по переправке мигрантов из Англии в Уганду или в Руанду. В Руанду, по-моему, или в Уганду, не помню. Закрылась программа, а деньги, которые были вложены в эту программу, куда делись-то деньги? Кто отмыл эти деньги? У каждого человека есть свое мнение, и он вправе жить в той стране, которая ему нравится. Но не забывайте об одном. В чужой монастырь со своим уставом не ходят, и поэтому если приехали сюда какие-то 12 тысяч афганцев по подложным документам, афганцев, сирийцев, пакистанцев, марокканцев, тунисцев, это не значит, что государство должно прогибаться перед этими мусульманами и делать все так, как они этого хотят. Не хотят работать, но хотят получать больше пособия. Что ж, получается, дать им больше пособия? Роберт Хабик уже заявил, а почему бы нашим гражданам не начать работать хотя бы лет до 70, до 75, ведь у нас-то нация здоровая. Министр семьи заявила, министр семьи, вот у нас так много пенсионеров, а в государственной казне так мало денег. Надо обязать всех пенсионеров, чтобы они хотя бы 20 часов в месяц, но отрабатывали для того, чтобы хоть как-то покрыть пробелы в государственной казне. Все равно ведь пенсионеры сидят дома. То есть, что такое 20 часов в месяц? Это обычный базис. За этот базис человек получает 525 евро. Но люди по 40, по 50 лет работали не для того, чтобы какая-то 45-летняя министр семьи вдруг после выхода их на пенсию сказала им, а что это вы тут расслабились? Не-не-не-не-не. Исламистов, радикалов, афганцев надо кормить. Вперед на работу, блин. А они пусть сидят на лавочках, курят, плюются, пусть бьют пиво, пусть матерятся. Мы их трогать не будем. У них и так была психологическая травма. Но вот получается так, вот получаются такие вот у нас двойные стандарты в этом правительстве. Бардак. Просто бардак. Хочется надеяться на то, что английское правосудие действительно примет правильное решение по вот этому убийце, который уничтожил ни в чем не повинных детей. Ни в чем не повинных детей. Просто ворвался и уничтожил их. Иногда бывает, мысль такая меня посещает. Жаль, что в Европе отменена высшая мера наказания. Вы понимаете, о какой мере я говорю. Было бы меньше преступлений, было бы меньше убийств на улицах. А так такие вот, извините за выражение, отстои, отбросы социального общества попадают потом за решетку и живут припеваючи десятилетиями, сидя за решеткой, пожиная плоды своего кровавого труда. Их обувают, одевают, кормят, у них есть крыша над головой, их вводят на работу, но они живут за решеткой. Да, блин, гнать их надо всех отсюда, гнать всех нафиг. Я помню, несколько лет назад в Гамбурге многие люди из Сирии принимали христианство. И это было открыто, официально, они показывали свою лояльность к немецкому государству, к немецкому обществу, принимали христианство, вешали на себя крестики и до сих пор ходят в церковь. Может быть, у них какие-то свои корыстные цели, я не знаю. Но, посмотрите, здесь в Германии проживает несколько тысяч езидов. Это народность, относящаяся к народу курдов. Проживает на северо-западе Ирака, когда игиловцы напали на несколько городов, в которых проживали эти езиды. Они уничтожили несколько тысяч мужчин, несколько тысяч женщин угнали в сексуальное рабство. Они убивали детей, они убивали стариков. Только за то, что эти езиды исповедуют не ислам в чистом его виде, а другую религию. Эта другая религия основывается на базе иудаизма, христианства, ислама, буддизма. Что сделали эти бедные люди вот этим вот игиловцам? Много этих людей живет в Германии, также и живут они в разных странах Европы, даже есть на Украине. 4000 езидов живут на Украине. Многим войнам есть одно объяснение. Многим конфликтам есть одно объяснение – религия и человеческая жадность. То, что сейчас происходит в Англии, это религиозное преступление. И если правительство и правосудие не примут радикальные меры по вот этому вот, то, что произошло, то беспорядки в Англии не закончатся еще долго. Они могут посадить очень много людей за решетку, якобы назвав их ультраправыми радикалами или экстремистами. Но люди вышли на улицы, на демонстрации за свое государство, за свои права, за своих детей. Вот и все, что я хотел вам сегодня сказать. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий. Ну и, конечно же, не болейте. Всем удачи. Пока.